Я пришел не для того, чтобы прохлаждаться. Напротив, навести порядок в Дагестане. Сделать его чистым, процветающим, без коррупции и криминала. Такова доктрина временно исполняющего обязанности Рамазана Абдулатипова, а значит, республики в целом. В итоге предупреждениям и в адрес каспичан, щедро загрязняющих территории своего города, приходит конец. Магазины, кафе, жилые дома, а в особенности новостройки. Красочный пейзаж можно заметить, даже проехавшись по любой дороге Каспийска. Кстати, мусор встречается прямо на трассе. Большинство каспичан мало волнует даже состояние своих участков. Как говорит глава муниципального округа Джамаудин Омаров, теперь ничего не пройдет незамеченным. Стоит отметить, сам глава муниципального округа с самого утра обходит весь город, песчинку за песчинкой перебирая в отряды пригодного и требующегося в скорейших очистительных работах. От прикаспийского поста до самого аэропорта неотслеженным не остается ничто. И каждый раз разочарованный Джамаудин Омаров дает предельно ясные, но, к великому сожалению, очень схожие указания. Здесь убрать, тут очистить, этих наказать. И так во всех уголках города. Стыдно. Однако, кому краснеть приходится не на шутку, так это начальникам городских служб, сопровождающих главу муниципального округа. Ведь именно на них руководство города возлагает надежды. Именно им вверяет лицо целого Каспийска. Естественно, по прибытию столь внушающей делегации, местные работники, да и сами начальники определенных отделов, пытаются, так сказать, быстро замести следы. Однако, ежедневные отчеты о проводимых работах в сравнении с городскими реалиями теперь вряд ли нуждаются. Бытовая, строительная, техническая грязь. Сегодня глава города насмотрелся вдоволь. Смущает и то, что до сих пор провинившиеся не просто не были наказаны. Понятия о том, кто именно должен ответить за этот мусор, не имеют даже хозяева земельных участков, поодаль которых и располагается мусорная выставка. Этакое городское достояние. Мусор, который здесь был, ты накидывался? Нет, конечно. Зачем мне мусор? Мусор накидывать, у меня своя машина есть, я сам песок вожу сюда. Зачем мне мусор? А вот тот участок соседа? Тот соседа участок тоже знаю, он тоже его туда не кидал, даже не знаю, кто туда выгрузил. Или кто попал, может заехать? Ну, да, груженная машина едет, мусор, туда не хотят ехать, они выкидывают сюда. Видят, что пустой участок, да это... Глава муниципального округа в очередной раз за сегодняшний день делает ряд резких замечаний. На этот раз действительно серьезных, за которыми должно последовать скорейшее устранение проблем. Потому как терпеть подобное нахальство Джамаудин Омаров не намерен. Но видно, действий люди ждут от самого главы округа. Видимо, это он должен лично приходить на каждое предприятие, заходить в каждый дом и наводить порядок в своем городе. Но неунывающий глава муниципального округа с присущей себе энергичностью самостоятельно организовывает засыпку строительного и технического мусора, направляя и контролируя каждое движение бульдозера. И даже несмотря на то, что погода неблаговолящая, синоптики советуют оставаться дома, а липкая грязь просто затрудняет передвижение, Джамаудин Омаров не намерен отступать.